Итак, всем привет, ребят! Сегодня мы будем играть в Bedwars на самой маленькой мышке. Вы просто посмотрите, какая она маленькая. Она реально очень маленькая, если взять, например, вот эту мышку, она гораздо-гораздо больше. И даже на моей ладони она кажется просто, ну, очень маленькой. В общем, но для начала давайте поиграем в дуэли немножко. Давайте сейчас пойдем тогда на Classic Duels. Все, ща. Ой. Хайпиксель лагает, как обычно. Так. Эта мышка, она немножечко гремит из-за того, что на ней кое-какая штука. Ну, давайте этого челика сейчас убьем. Блин, а это не так сложно, как кажется. Мне почему-то казалось, что играть на такой мышке будет очень сложно, особенно просто в PvP. Я на ней не могу даже читер кликать или баттерфлай кликать. Мне приходится использовать самый обычный клик. Если какой-нибудь чел умеет, например, читер кликать. О, мы его сейчас круто убили. Если какой-то чел умеет джиттер кликать или баттерфлай кликать, и еще и при этом хорошо наводиться, то мне, конечно, капец тогда с такой мышкой. Ой, блин, ты лучник у нас. А не, не только лучник. Он еще и ПВП хоть так неплохо, блин. Ну, с одной стороны, это не так уж сложно, но с другой стороны, это сложно. Я не знаю, это реально трудно. Так, давайте еще пару раз сыграем и пойдем уже в Bedwars. Так, ты что, тупишь? А нет, может, ты не тупишь? Ладно, я проиграл. Погнали уже тогда сейчас Бедварс. Ну вот, собственно говоря, мы уже ждем тут, пока начнется катка в Бедварс. Тут уже вот эта карта, кстати, я на ней никогда не играл. И попробуем поиграть на этой мышке. Может, даже в Skywars попробуем, я не знаю. Давайте пока что тут что-то долго как-то народ собирается на самом деле. Я надеюсь, на этой карте довольно быстро ресурсы падают. Это на некоторых картах, блин, так медленно падают ресурсы. А, нет, тут относительно быстро. Если что, не спрашивайте про ресурс пак. Я его сам делал. Так что... И он не доделан, так что ссылки я вам на него не дам. Я не знаю. Что-то было, что-то было, что-то. Чего? Видели этот читак был? Как он прилетел так? Он реально был с читами. Ладно. Пофиг, нас сломали уже. Полный капец. Блин, ну как можно так? Первая катка и сразу же, блин, какой-то чел с читами. Ну вот как не стыдно кому-то играть с читами? Они же понимают, что их забанят. Ну а чё за люди просто? Не понимаю. Дайте еще блок. Так, блин. Колесико на ней, конечно, не очень хорошо работает, но мы можем синего пока что. У него сломана кровать. Где он? Я пока к нему строился, у него сломали кровать. Где он сам, я не знаю. Либо это и был этот щит. Так. Кровать ему сломал тот же так, наверное. Фух, я его убил. Блин,
Конечно, ПВП-хаться немножечко трудно на этой мышке. О, мы уже подкопили себе на броню. Это читак. Ну все, блин. Ладно, погнали в следующую катку. Так, давайте, погнали тогда. Блин. Как можно? Хотя читаку проиграть, в принципе, это неудивительно. Так что хайпикселевские ребята, если вы это смотрите, то обратите внимание на то, кто играет на вашем сервере. Так, желтый уже строится с алмазом там. Можно его попробовать сломать. А может сейчас тоже алмазиков пойти набрать. Не знаю, короче. Ой, блин, эта мышка так громко гремит. Я не знаю, я надеюсь, вам это не слышно, эти жуткие звуки. Блин, от нее еще от клика звуки такие. Прям вот. Ну, вы слышите? Это прям капец какой-то. Так, давайте улучшим немножечко печку, чтобы побольше ресурсов она приносила нам. Можем купить также, может. Ничего не буду покупать, хотя можно купить. Давайте еще шерсти. Можно его кровать быстренько сейчас сломать. Все, расхреначили. Так. Погнали к нему. Нифига ты, конечно. Что это было за хрень? Давай, возрождайся уже. Так, давайте купим себе броню, меч. Он меня побежит ломать, я почти уверен, да? Да, ты ж побежишь. А, не, он сдох. Его кто-то решил тоже убить. Не один я такой умный. Тут, кстати, можно и железный прикупить меч. Так, вот тот челик, он уже построился за алмазами. Он еще не построился. Но мы можем попробовать его сломать. Тогда к нему надо построиться. Надо бы закупить сейчас все зачарки на броню. У него там глина, поэтому я думаю, надо купить кирочку какую-нибудь. Это, блин, нам сломали кровать. Капец, кто это был? Кто это был? Мы его накажем сейчас. Быстренько накажем. У меня, правда, меча нормального нет, но зато у меня есть хотя бы броня. Так, так, так. Это опять? А, нет! Нет, 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 нет. Блин, что-то не получается у меня нормально поиграть. Ну ладно, у нас не получилось выиграть на этой очень маленькой мышке, но да ладно, в принципе. Ну и если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки, также не забывайте подписываться на канал. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.